начнем наше выступление мы с Моцарта, 260 лет со дня рождения, которое в этом году отмечалось. Хочу поздравить наших горожан с Днем России. Это один из главных праздников нашей страны. Мы решили провести благотворительный концерт в здании железнодорожного вокзала. И надеемся, что это только начало цикла таких концертов. Нас очаровала, можно сказать, акустика этого помещения. Как ни странно, мы не ожидали. То есть мы ожидали, что это будет звучать ярко и красиво, но не настолько. Так что это хороший концертный зал в городе. Если считать, конечно, объявление об отправлении поездов. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка. Скорый поезд номер 107 сообщение Новокузнецк-Владивосток. Реакция зрителей была прекрасна. Даже было очень интересно, когда не только музыканты готовы играть по взмаху руководителя Стасова Александра Юрьевича, то тут же звучит голос диктора. До отправления поезда Владивосток, Новокузнецк, столько-то времени, и народ подхватывался и бежал сразу на поезд, понимаете, буквально задерживаясь. Там дело, люди проходили мимо, садились, слушали, стояли. После концерта записали много пожеланий в книге у дежурного по вокзалу, чтобы продолжить эту традицию. Великое им спасибо за прекрасную музыку, за прекрасных учеников, молодых, подающих надежды. Дай Бог им, чтобы все-все у них в жизни получилось. Спасибо организаторам, очень хороший концерт, почаще таких концертов. Тем более музыканты классные.